Всем привет! Стартовал заключительный день первого сбора. Сегодня наша команда проведет контрольную игру против АПОЭЛя. Андрей, куда мы сейчас идем? За Фурман пойдем сейчас. Мы довольны, и тренировочно возьмите, что там будет? Ну, да, после игры? Ну, вот, ветровочку, кофту. Мы помоемся там или нет? Да, полотенчики я взял. Ты не хочешь проверить, все ли на месте? Я доверяю Димарику, что я буду проверять? Димарик просто ас своего дела. Добро всем. Пашка, ты что так рано, брат? Ну, у нас сегодня расписание рано. А что, последний день? Да. Во сколько часов проснулся? В 6:30. Молодец, брат. Вот это на рыбалку. Хоть у тебя дисциплина вообще. Ты как раз проверяешь, да, все ли точно? Все ли у меня на месте, конечно. А у меня все на месте. У нас Дима самый лучший администратор, самый надежный. Все, все положил. Так, сейчас у меня кофе, так. Ребят, вы проснулись и сразу пошли сюда или уже позавтракали? Мы уже позавтракали. У нас профессиональная программа. То есть завтрак важнее формы все-таки? Я без завтрака не могу. Да. Я без первого не могу вообще. Каждое утро кофе? Да. Мне кажется, несколько. Это только на Кипре или в Болгарии тоже? И в Болгарии тоже. Тогда провокационный вопрос тебе. Где лучше кофе, в Болгарии или на Кипре? Это вообще не провокационный. Я сразу скажу, в Болгарии. В Болгарии или в России? В России нет эспрессо. Нет такой кофе, который мы пьем, поэтому привез машину из Болгарии. Да, ветровочку, футболочку. На медобследовании мне там было меньше 75 килограмм не хватало. А вот мой настоящий вес, нормальный. 75,6. Иду на завтрак. Приятного аппетита. Спасибо. Доминик, почему ты с чемоданом? Ну, потому что я домой брал чуть побольше вещей, поэтому сейчас и домой их возвращаю. Домой в Сербию? Да. Я смотрю, ты пуховик с собой прихватил. Ну, потому что в Сербии минус сейчас, где-то минус 1-2, так что не тепло, как здесь. Доброе утро! Наша команда прибыла на домашний стадион АПОЭЛя, и первое, что бросается в глаза, когда выходишь к кромке поля, это такие скамейки запасных. Это итальянский. Итальянский? Да, как Наполи. Это пакистанский. Пакистанский. Наполи и Фьорентина такое, знаешь. Вот такой вид открывается со скамейки запасных. Видно, как уже разминаются вратари. Почему вратари раньше полевых футболистов выходят на разминку? Им больше надо. Нам меньше просто. Да. Вот это все. Заключительный день сбора. Чувствуется, что пришла небольшая усталость? Ну, не пришла большая усталость, но просто для психологии тут надо. Чтобы было
пару дней паузы, чтобы потом опять могли с таким уже настроем работать дальше и готовиться на чемпионат. Я так понимаю, АПЛ тебя не отпускает. Ну да, это, наверное, судьба какая-то. Можешь провести экскурсию по первому этажу стадиона? Тут какие-то фотографии? Да, если честно, в этой стороне я даже не был, потому что это гостевая раздевалка. Я здесь сам первый раз, поэтому... А в ту сторону, наверное, там, где домашняя команда передавается, наверное, нас и не пустят. Но это, скорее всего, я так понимаю, что Амония. Тут передавается Амония, это их не раздевалка, потому что стадион делят АПЛ и Амония. Две команды принимают нас на стадионе. Вот, это их не раздевалка, я так понимаю, что это их не история здесь. Знаю только, что Амония была раньше намного популярнее, чем АПЛ. I saw the roster of Ural and I saw Winter signing Denis Poliago, but it's not possible, I said. Yes. How are you? Everything okay? Yes. Часто давал интервью после матчей? Нет, потому что я владею английским, да, но не на таком уровне достойном, чтобы полностью там на все отвечать. То есть я могу, конечно, общаться там, но какие-то если я темы, то, может быть, моего английского не хватит. Поэтому я так, честно, мне кажется, даже не давал интервью. Давал газетам, да, там, где... Но так вот на камеру, наверное. Ну, стадион неплохой, но Лимсингуи стадион гораздо лучше. Андрей Сергеевич, сегодня у нас вторая игра на сборе. Какие цели преследуем? Ну, вторая игра, да. Сегодня хочется посмотреть какие-то новые сочетания, да. Сегодня вот у нас пара впервые сыграет центральных защитников, Странберг и Поляков в первом тайме. Хочется посмотреть на это сочетание. Плюс все ребята сыграют по тайму. Интересно будет посмотреть, насколько мы хорошо платформу поработали на том. Денис, ты один из немногих футболистов сейчас в Урале, кто здесь, на этом стадионе, обыгрывал Спартак. Верно. Помнишь эту игру? 2-1, да. Качественной игрой в нашем исполнении запомнилось. Вот и все. Играли на равных и обыграли. По-моему, Стопец забил. Это точно помню. И Дмитрий Коробов. И Коробов, точно, точно. Hi, how are you? Good. Hello. Hello. Poli, you will put some water, no, on the pitch before we start, no? We can arrange it, of course. Can arrange it, yes. Мишель, на прошлой игре состав, который играл в первом тайме, делал заминку в перерыве. Состав, который играл во втором тайме, делал заминку после матча. Сегодня ожидаешь то же самое? Сегодня у нас уже по другой сопернику, поэтому у нас будет посмотреть GPS, какой результат, как был нагрузка. И после этого анализа нас будет решать, что нужно будет сделать, то не надо, будет отдыхать. На ваш взгляд, хорошую работу проделали на первом сборе? Ну, мое мнение, да, у нас все сделали, что планировали. Есть момент, когда нужно анализировать, нужно подумать и решать вместе с тренерами, что нужно сделать правильно. Но я доволен. Программы мне посещать сегодняшние, да? Но ты меня снимаешь, как я к повязкам, как щит. Не, я не против. Слушай, ну, мог бы я, конечно, начать этот матч с этой, как тест бежал бы, но я думаю, что в случае неудачи получили бы мы бы оба. Наш мяч. Go. Браво, Рueda, браво. Go, Мина, go. Кейна, органа, сей. Go. Браво, браво. Ай, гачай, гачай, ай. К концу подходит первый тайм. Футболисты, которые выйдут в составе нашей команды после перерыва, сейчас проводят разминку. Какие впечатления по первому тайму? Да какие? Такая обоюдно. Острая игра. Видно то, что мы подустали чуть, наверное, в конце сбора. Ну, равная игра. Равная игра и по моментам, и как видно, и по счету. Мы начали так резво и забили. Ну, хорошо, да, начали. И владели мячом, и
перемещение было какое-то, взаимодействие почувствовали, то, что там у нас новый центр обороны, в принципе, не было заметно, что это новички, они прям хорошо влились и позиционно, и так технически, сильно индивидуально футболисты, поэтому все будет хорошо. Геннадьевич, да. Счет 2-2, подведите итоги матча. Очень хороший спарринг, наверное, соперник не нуждается в представлении, это чемпион Кипра, команда АПЛ, поэтому уровень сопротивления, что ни на есть, самый высокий, в чем мы убедились, да, все 4 мяча были забиты, наверное, с переходов, что в современном футболе сейчас самое важное, после отбора в центральной части, по кратчайшему направлению, за счет малого количества передач, я думаю, что ну, о таком спарринге мечтать. Он как раз подвел итог первого сбора. Контрольный матч дал очень много информации, которая сейчас в этом промежутке времени будет обработана. И с ее учетом, наверное, в следующий сбор будут внесены какие-то коррективы.